Привет, я Антонио Сантено, и я парень с этого сайта. И я хочу быстренько рассказать вам о себе, чтобы вы поняли, что я простой парень, как и вы. Окей, я семейный человек, впервые женат, я живу с женой 10 лет, и у нас двое прекрасных детей. Я провел примерно 5 лет в морском флоте США с 1998 по 2003, после того, как получил степень в колледже Корна в Айове. После службы в морском флоте я стал жить с моей женой в Киеве, Украина, и я прожил пару лет за границей. После этого я вернулся в Техас, я техасец из Среднего Техаса, и я был в Юте для получения образования. После, в 2007-м, я покинул Юту со степенью магистра и основал свою первую компанию ataylorsuit.com. И пока я вел эту компанию, я обнаружил, что информация. Люди заходили на мой сайт в основном за информацией, нежели за бизнес-идеей или для покупки дизайнерской одежды. И это дало мне понять, что нужно выкладывать гораздо больше информации, потому что это то, чего люди действительно хотят, то, в чем есть большая потребность. Это своего рода предыстория для Real Man Real Style. Но я простой парень, я самоучка. Я не учился на стилиста, модельера. И знаете, я изучал все на практике. У меня была библиотека из сотен книг по мужскому стилю и так далее. Я учился сам, но я окружал себя множеством классных портных и других мастеров. Я научился очень многому от людей нашего дела. И именно поэтому, ребят, я хочу снова прояснить. Я обычный парень. Я начинал с трейлера в западном Техасе, и теперь я чувствую, что имею отличную хватку в стиле. Я чувствую себя уверенно, и именно это здесь важно. Я хочу, чтобы вы поняли, стиль – это не то, что выкладывают модные журналы, это не новые тренды, это о том, как помочь вам продвинуться в карьерной лестнице, как создать первое впечатление таким, каким вы бы хотели его создать, так как первое впечатление очень сложно изменить после того, как оно уже сформировано, и это происходит за секунды. Я хочу, чтобы вы могли идти и чувствовать себя уверенно, чтобы могли найти партнера, которого вы ищете, и я хочу, чтобы вы создавали пример для других, потому что есть много молодых ребят, они отличные люди, но носят брюки слишком низко, выглядя как геи. И это не те Соединенные Штаты, которых я хочу. Это не тот мир, в котором я бы хотел, чтобы вырос мой сын и видел все это. Я думаю, что мы можем лучше. И это то, о чем Real Man Real Style. Это расширение возможностей реальных мужчин для понимания, что такое настоящий стиль, чтобы пойти и создать лучший мир. Итак, снова Антонио. Рад видеть вас. И надеюсь, вам понравится мой канал. Спасибо.